нас сьогодні завітав провідний методист Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Анатолій Кривошей. Вітаємо вас! Здравствуйте! Вже проанонсували нашим телеглядачам, що з нами поспілкуємось про школу для початківців-хореографів. Розкажіть нам, будь ласка, про вашу діяльність і взагалі, як виникла ця школа? Ви знаєте, прежде чем прийшла школа, обласний центр регулярно проводить мастер-класи, обласні семінари з приглашенням ведучих спеціалістів, преподавателів університету культури, коледжа культури. И, кстати, у нас в этом месяце, 30 октября, приглашаем всех хореографов на мастер-класс по классическому танцу. Будет проходить на базе коллектива, народного художественного коллектива, ансамбля классического танца «Дивертисмент» Дворца творчества учащихся. Ну и в ноябре у нас проходит семинар по украинскому танцу. Впервые мы пригласили известного специалиста не из Николаева, а из Житомира. Он будет читать у нас по полесскому танцу. Это народный артист Украины, руководитель ансамбля песни и танца Радослав Малиновский. Поэтому впервые у нас народные артисты будут в городе Николаеве в хореографии. Ну, а безусловно, сегодня мы живем во время перестроек, реформ, и, безусловно, не каждая реформа проходит у нас безболезненно и без потерь. К сожалению, сегодня хореография, да не только хореография, а вообще культура при образовании новых объединений, так называемых громад сегодня, да, вот, что некоторые громады просто, знаете, всегда, что страдает в первую очередь? В первую очередь, к сожалению, во все времена страдает культура. И потому, как всегда, на культуре не находится средств. Безусловно, освита, как бы, в первую очередь, здравоохранение, а культура остается снова по остаточному принципу. Культура своими силами. Безусловно. И теряются сегодня коллективы. Теряются коллективы не просто кружки самодеятельные, теряются сегодня коллективы со званием Зразкового народного. Коллективы, которые сегодня есть, лауреаты не только областных и всеукраинских конкурсов, а и международных конкурсов. Поэтому, конечно, для нас это больно. И вот подойдем к школе, да? Обсуждая вопрос с директором областного центра народного творчества Баштовой Натальей Анатольевной, дальнейшая работа наша, да, дальнейшая наша помощь коллективам, обучение их, и как-то нужно идти со временем, да, с перестройками, с реформами. И пришли к выводу к тому, что надо как-то выходить на контакт с коллективом намного ближе. Не только приглашать их в Николаев, в область сюда, а выезжать больше к ним. И вот возникла идея проведения такой школы начинающего хореографа. И не просто выехать к людям. Сегодня, к сожалению, не только каждый район, не будем говорить о сельских клубах, которые не каждый, каждый имеют специалистов, да? Вот. А многие работают без образования или сегодня в культуре работают и осветяны, и медики, и технические работники. Они работают, ведут вокальные, хореографические коллективы. То есть, вот, допустим, находится он зал клубом, и он один всего. И поэтому он тянет работу всех жанров. Конечно, если он не просто, извините за выражение, ключник, который пришел, открыл клуб, там в выходной провели какую-то дискотеку, включили аппаратуру, если есть, или собрание провели, да, громады. Вот. А хочет что-то делать в Доме культуры и объединить вокруг себя молодежь. Поэтому вот и пришла на помощь наша школа. В том, чтобы выехать на места и помочь нашим руководителям, и начинающим балетмастерам, и руководителям, которые не имеют специального образования, как-то организоваться, как-то помочь организовать коллектив, то есть сделать первые шаги в этом начинании. Безусловно, на школу не приходят только люди начинающие или без образования. Приходят, безусловно, и люди, и специалисты, руководители народных и израсковых коллективов, то есть уже мэтры в хореографии. Вот. Но мы сегодня
Если мы приглашали раньше только на областные семинары наших ведущих специалистов и преподавателей колледжа, преподавателей университета, то сегодня не только мы сами, как методисты, выезжаем работать с хореографами на места, но опять же приглашаем, мы теперь выезжаем вместе с преподавателями и университета, вот, и колледжа. И, безусловно, если получается такая группа собирается как специалисты, да, и начинающие, или там не специалисты в своей отрасли, мы на две группы разделяем, и получается, одни работают с уже подготовленными людьми, другие с начинающими людьми. И вот только буквально на днях у нас прошел школа начинающего хореографа на базе Дворца культуры «Фрегат» в городе Первомайске, вот, где не только специалисты провели саму школу, сам семинар, но еще новый, вновь, будем так, образованный коллектив, который буквально недавно его не было, хотя звание коллектив уже имел давно, а в последнее время просто не было руководителей, не было кому заниматься этим коллективом. И вот в прошлом году приехала молодая пара, пара уникальная, которая недавно закончила университет культуры. Они выезжали в свое время за рубеж, вот, набирались, наверное, опыта, и приехали, и в прошлом году они организовали, вновь собрали коллектив. И буквально за один год они, ну, просто все удивились этой работе, подготовке этого коллектива. И, безусловно, было интересно на школе не только, допустим, приехать и дать что-то, да, для наших хореографов, но еще и показать, как надо работать и как можно за кратчайшие сроки сделать не просто группу танцевальную, а сделать полноценный коллектив, который соответствует званию народного. Вот и Александра, и Роман Шалом, руководители этого коллектива, сумели на высочайшем уровне подготовить свой коллектив к открытому уроку и к показу мастер-класса для всей аудитории, которая присутствовала на этом семинаре. Це дійсно варто радості, тому що у Миколаївській області багато колективів, які або не мають керівника, бо дійсно нема кому ними займатися. І те, що з'являється нове покоління, нові тренери, які займаються цими колективами, це дорогого варто. Я скажу, безусловно, безусловно. Сьогодні появляється дуже багато нових, молодих, талантливих руководителів. Сьогодні одного не вистачає, сьогодні не вистачає поддержки на местах, финансирования коллектива. Понимаете, допустим, если молодой балетмейстер уехал сегодня, а они на расхват за рубежом, в коллективы, профессиональные коллективы, они зарабатывают порядка 1000-1200 евро в месяц при полном финансировании питания и проживания. А что он выйдет в село или на место? Получает, допустим, там, ну, 2-3 тысячи гривен, а семью нужно кормить, да, это же молодые люди, будущие семьи будут создавать. Поэтому, безусловно, вот проблема эта есть. Если сегодня громады будут обращать внимание на культуру и маломальски поддерживать с жильем, да, с каким-то помощью финансирования всех житейских проблем, да, финансирования вот, коммунальных там услуг, как-то помогать, безусловно, я думаю, что возродится. Возродится культура, хореография на селе, вот, и будет не только там в районах, а и в громадах будут работать прекрасные коллективы, потому что есть кому работать. Хотілося б також дізнатися, ось працює школа початківця хореографа, яка допомагає людям або збільшити якісь свої знання, або набути ці знання в хореографії. Але як стати учасником вашої школи, як стати вашим студентом і займатися разом з вами? Ви знаєте, тут совершенно не сложно. Здесь не нужно здавать іспитів державних для того, щоб бути слушателем школи. Школа сегодня не просто для желающих, школа сегодня есть обязательно, потому она идет у нас, мы рассылаем предложения по школе и программу школы по области, и, безусловно, она идет у нас по линии областного управления культуры под наказом, поэтому сегодня мы не просто хотите прийти, хотите не прийти. Сегодня, допустим, то, что должны люди к нам прийти и должны получить знания. Потому что сегодня, ну, не каждый сегодня может выехать, особенно с дальних районов, да, Кривое Озеро, Первомайск, с тех районов ехать. У нас сегодня больше 200 гривен стоит только билет.
Вот, я думаю, он еще будет дороже по нынешним ценам на бензин. Вот, и поэтому решение о том, чтобы ездить, школу проводить по региону. Мы Первомайске проводим, в Новом Буге проводим, Снегиревке проводим. То есть вот как бы такие четыре региона основные области, и мы выезжаем на места. Кроме этого, мы проводим еще, кроме школы, еще творческие лаборатории, где мы проводим конкретно в каждом районе. Выезжаем конкретно хореографы, не хореографы, на которые маломальски занимаются, да, и пытаются заниматься с коллективом. Мы собираем конкретно еще в конкретном районе. Ось про це хотілося б детальніше. Люди, у яких невеликі знання в хореографії, так само, якщо у них є якась супутня професія, ті ж самі медики, освітяни, але вони хочуть допомогти своїй сільській громаді, допомогти сільському клубу для того, щоб у молоді було дійсно активне дозвілля. Чи можуть вони до вас приєднатися, і чи дійсно цього початкового пласту знань вистачить для того, щоб... Безусловно, безусловно, самого начальных знать, безусловно, не вистачить. Але ж эти знания дадут возможность правильно начинать работать с коллективом. Элементарные вещи нужно знать, самые элементарные. Как вы пригласили детей, с чего нужно начинать, чтобы детям не навредить. Это очень, хореография очень тонкая, как и спорт. Что можно неправильным движением ребенку сорвать мышцу, даже сделать перелом. Это очень опасно. Поэтому технологию, правильность исполнения движений, с чего начинать, да, и вот как бы постепенно как подниматься более к сложному, это нужно дать детям. Одразу виникло питання, мабуть, навіть першу допомогу, як виявляти? Безусловно. У вас будуть навчати? Безусловно. Безусловно. При вообще таком высоком подходе, да, вот, и грамотном подходе, безусловно, не у каждом это есть возможность, когда вы набираете этих детей, желательно вообще приглашать доктора, который может смотреть детей, потому что у детей есть, может быть, всякие могут быть отклонения, вот, где, может быть, хореографию нужно давать этому ребенку более меньшую нагрузку. Вот. Есть и сколиозом, да, и плоскостопие, и все. Здесь нет, потому что нет категорически. Хореография исправляет очень многое, и очень многих, даже с детства бывших сердечников. Сделали здоровым. Ну, правильный подход нужно иметь. Дякуємо вам. Хотілося б нагадати ще раз нашим телеглядачам про вашу наступну зустріч, про наступний семінар, коли до вас завітає гість не з Миколаївщини, з гордістю, якого ви раді представити. Нагадаємо телеглядачам. Що ще раз нагадую, 30 жовтня ми чекаємо місто Миколаїв і всю нашу область, всіх хореографів на майстер-класі з класичного танця на базі Палацу творчості учнів. Народний ансамбль танцю «Дивертисмент». Чекаємо вас. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Бажаємо школі початківця хореографа дійсно наснаги, успіхів. І я думаю, що зовсім скоро ваші учні, ваші студенти будуть відомі не тільки у нашому місті, у нашій області, а й на теренах нашої країни, можливо, навіть світу. Так і буде. Дякую вам, що запросили вперше на вашу передачу. Дякую, що завітали. Будемо чекати на ваші успіхи.